Морозный выдался денек. Но даже и летом не всегда бывает столько зрителей на смоленском стадионе «Спартак». Да это и понятно. Предстоит встреча местного буревестника с очень сильным противником, армейцами Ленинграда. С первых же секунд, как говорят радиокомментаторы, игра приняла острый и напряженный характер. Гости непрерывно атакуют. Смоляне отвечают тем же, оказывают упорное сопротивление. Но в команде ленинградцев 9 мастеров спорта, игроков, имеющих большой опыт международных встреч. И игра все чаще уходит от ворот гостей. До конца встречи смоленским хоккеистам так и не удалось забросить ни одной шайбы в ворота противника. Игра закончилась победой гостей со счетом 8-0.